об утверждении бюджета городского округа города Мазарово на 2023 год и плановый период необходимо для выделения средств краевого бюджета 178 миллионов 885 тысяч рублей, 1120 рублей. Наиболее значимые это дотации бюджета муниципальных образований на частичную компенсацию расходов на повышение пласту отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края в объеме 15 593 200 рублей. По разделу образования выделяются средства в размере 53 065 390 рублей. В том числе это ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную программу начального общего образования, образовательную программу основного общего образования в объеме 29 646 500 рублей. Оснащение оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптивным основным общеобразовательным программам, объем 6 миллионов 89,5 тысячи рублей. Это реализация национального проекта образования. На обеспечение образовательного процесса выделяется 13 миллионов 811 тысяч рублей. На организацию обеспечения обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях бесплатным горячим питанием в объеме 3 миллиона 84 300 рублей. По разделу физическая культура и спорт выделяются средства в размере 6 миллионов 627,9 тысячи рублей, в том числе 8 миллионов это на устройство плоскостных спортивных сооружений и 627,9 тысячи рублей на поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту жительства. Также выделяются средства по разделу социальная политика на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение или строительство жилья в объеме 1 562 000 рублей. Кроме того, всего доходная часть бюджета увеличивается на 72 476 590 рублей и составляет 1 743 278 390 рублей. В расходную часть необходимо внести следующие изменения. Увеличить расходы за счет средств краевого бюджета в соответствии с доходной частью бюджета на 72 476 590 рублей. А также за счет возврата остатков на 1 января 2023 года из краевого бюджета по подтвержденной потребности в сумме 4 945 000 рублей. Кроме того, увеличить расходную часть бюджета за счет остатков средств местного бюджета на конец 2022 года в сумме 7 173 050 рублей. В том числе по администрации города на материальное стимулирование деятельности народных дружинников. Это исполнение пункта 1.8 протокола губернатора Красноярского края в объеме 80 тысяч рублей. Расходы на оплату исполнительных листов 15 850 рублей. По управлению городского хозяйства на софинансирование расходов по формированию городского в объеме 120 240 рублей. На мероприятие по подготовке к Новому году 2 миллиона рублей. Работы по пилению и очищению льда 250 тысяч рублей. Приобретение расходных материалов, смазочных материалов для проведения работ работниками управления городского хозяйства 191 360 рублей. Благоустройство территории, расположенной по адресу поселок Бор, улица Ленина, 500 тысяч рублей. По спортивным школам выделяется 1 миллион рублей на спортивные мероприятия. По учреждению бригантина на оплату ДСМ 100 тысяч рублей. По отделу культуры на софинансирование расходов на внедрение автоматизированных систем обслуживания читателей и обеспечение сохранности библиотечных фондов модернизированных городских муниципальных библиотек Красноярского края в объеме 150 тысяч рублей. На ремонт кровли КДО «Энергетик» 200 тысяч рублей. Изготовление книги памяти 300 тысяч рублей. По управлению образования на подготовку локально-сметного расчета. Государственная экспертиза на капитальный ремонт СОЖ номер 4 в объеме 325,1 тысяч рублей. Для участия в отборе заявок на
на предоставление субсидий с федерального бюджета в 2026 году. На подготовку чертежей на инженерные сети и вот экспертизу дополнительных работ на капитальный ремонт 2024-2025 годах согласно условиям конкурсного отбора федерального бюджета. СОС номер 3 и СОС номер 1. 1 450 тысяч рублей. Всего расходная часть бюджета увеличилась на 84 595 270 рублей и составит 1 555 397 070 рублей. Объем дефицита бюджета составит 12 118 180 рублей.